Всем привет! Приехали с мамой погулять в гостинице «Принцесса». Сейчас немножко зайду вовнутрь. Нам, правда, больше интересно море и пляж с другой стороны. Здесь такие палисаднички. Стояночка небольшая. Вот так снаружи, на противоположной стороне. Пальмочки тут. Мама! И мы сейчас пойдем к пляжу с обратной стороны, обойдем. Там кактусы. Видите, телефонный автомат даже здесь есть. Это цветочки мамины любимые, плетущиеся. Котенок? Ой, как тут дикий. Сися. Дикие. Даже не успела его заснять. Такие цветочки классные. И кипарисики везде. Сколько кипариса. Будет ли я в тени посидеть? Тут даже лавочки, вот видишь, есть. Смотри. Ну, подожди, я хочу к воде. Ничего, если ты будешь купаться, я могу тебе подождать здесь на лавочку. А, вот в тени. В тени, да, смотри, я же это имею в виду. Да, в тени, в этой беседке. Какая беседка красивая. Здесь красиво. А эта лавочка, смотри, заросла цветочками твоими любимыми. Кустиком. Да. Ну да. Ее откручивать надо, она прикручена. Ну тут классно, видишь? Да, здесь две лавочки. И одна лавочка еще вот там чуть ближе к морю тоже. Денек. Так что это хорошее место. Вот еще. Да. Снимаю немножечко во дворе гостиницы со стороны моря. Там бассейны, пальмочки красивые. Так комнатки выглядят. Мостик симпатичный. Я как-то вечером тут фотографировалась на фоне этого мостика. Тут у них ресторанчик. Вы представляете, вчера
букала цветов с гибискусом, гостиница Palm Beach. И забыли шляпку, вот эту шляпку. Как видите, нам ее уже вернули. Сегодня мы пошли плавать и фотографироваться в другую гостиницу. Хорошо, что это на небольшом расстоянии друг от друга. Мы вернулись. Только я сказала, что я вчера забыла здесь зеленую шляпку. Тут же вышла девушка, вынесла мне мою шляпку. Оказывается, здесь очень хороший и честный персонал. Вот смотрите, какое здесь кошачье кафе при гостинице. Правила прописаны. Palm Beach Cat Cafe. Тут даже живет один котик. Он, наверное, не один живет. Ну, живет, наверное, не один, но сейчас здесь отдыхает один в этом кафе. Очень требует ласки. Ну, какая прелесть. Редкость для кипрских котиков. Да. Иди поцелуемся. Ты по-русски разговариваешь? Не надо. Ты по-русски разговариваешь? Но я думаю, они ему все процедуры делают, раз они так... Раз он так ухаживает, да? Да, хороший мальчик или девочка, кто ты? Кто ты, кто ты? Ну, ласка. Такая двухэтажная у них гостиница. Там на первом этаже есть мальчик. Кормушка, на втором. Поилка вот эта? Угу. Посмотри, что делает. Глянь, тянется, чтобы я... Ты такой ласкун. Ах, ты такой ласкун. Как ему нравится. Ну надо же, ты посмотри какой. Ой, чудесный. Ой, чудесный. Прелесть кот. Блянь, позирует. Вот так, вот так. Колокольчики там наверху. Чтобы они официанта звали? А, наверное, может, отдыхают. Может. Ай, вон, да, тут, наверное, нет. Магазинчик с украшениями напротив гостиниц увидели. Решили посмотреть. Браслеты вот такие красивые. Да. Катушка против меня, я такие люблю. Я оформлена хорошо, да? Написано, что открыто. Девочка сидит. О, грамматики не вернулся. Прошлись по всем местным магазинам, супермаркетам. Тут снимать уже не стали. Сейчас хотим зайти в кафешку Кроссантери. Здесь напротив гостиниц у моря. Вот с этой стороны. Рядом с Пицца Хат. Хочешь подадут тебе. А вот тут у них чай. Смотри, подожди, чай. English, жасмин, что там еще? Киви, лимон, Earl Grey. Жасмин. А, есть, окей. Тебе мелкий денег дать, извини. А мне вроде, ну да, дай. Ну ладно, хорошо. Да, да, бери. А только можно же трубочку, наверное, найти. По-моему, тут трубочки самообслуживания. Только где их найти? А может дадут? Ну, сейчас я чаёк возьму. А, вон они, эти трубочки. Да. Чуренько нужно брать, да? Я не знаю, наверное. А, окей, но... You need small money? No. If you need the Wi-Fi password, stop. Ah, you got. Okay, thank you. Oh, sugar, Ah, thank you.
Мам, смотри, если тебе надо больше сахара, здесь есть. А, сахар? Нет, тебе, по-моему, положили, но они взбивают с сахаром вообще. Просто если надо тебе больше сахара, то у них есть там. Ну, а я с двумя сумками такая сейчас. Ой. Ну что, вкусная фраппе? Очень вкусная. Обожаю фраппе. А я чаёк себе заказала такой, с молочком. Я, правда, молочко обычно отдельно выпиваю, а чаёк отдельно. Ну, что ж, предложили. Почему не взять? Какой с кусочками шоколада? Прям с кусочками шоколада? Кусочки шоколада, да. Это не кусочки кофе? Может, они не разбились? Нет, там, шоколад. С шоколадом? Вообще, вон его даже видно. У них и горячий шоколад вкусный. У них всё тут вкусное. Шоколада. Классная такая кафешечка. Мы так иногда... Зимой особенно, знаешь, когда холодно, вот, думаю... С мужем я посидеть, когда с друзьями встречаемся. Сейчас тут пустенько так. Так витрина выглядит, да, красиво. Кстати. Красиво, да. И код Wi-Fi у них есть. Bon appétit. Здесь говорят внизу. Вот. Что? И у них тут все такое стилизованное во французском стиле. Тут видишь, вот даже чашечки у них фирменные. Такие круассантери. Ой, глянь, даже для молочка такая же. Прикольная. Вот смотри, фраппе €90, горячий чай €50. Нормально, это не то, что, как мы смотрели там, почем, по три, по три с чем-то, да, и красиво здесь, и прохладно, и Wi-Fi тебе, все здесь. Вот смотрите, можно и на улице посидеть, точнее не на улице, а на верандочке. Веранда длинная, там еще с той стороны есть. И вид из окна, кстати, приятный тоже, на пальмы, на домики красивые. Там девочка очень экстравагантная, посмотрите, и на обувь тоже, посмотрите, разная даже обувь. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках. Всем пока!